Семей прошел открытый городской чемпионат по легкой атлетике. Соревнование организовано отделом физической культуры и спорта. Посвящено празднованию Ноурос Мирома. В двухдневном спортивном состязании приняли участие школьники, студенты колледжей и вузов. Более 100 спортсменов. Они пробежали дистанции на 50, 200, 400, 800, 1500 и 3000 метров. Данный турнир был организован с целью популяризации легкой атлетики и совершенствования навыков спортсменов. По итогам чемпионата победители и лучшие спортсмены составили сборную команду города. Теперь они будут защищать честь семьи на областных соревнованиях. В данном соревновании принимают участие не только спортсмены первого разряда, много участников, именно победители, призеры республиканских различных соревнований, что действительно очень радует, что дает толчок именно для молодого поколения, то, что они будут видеть, как бегают их старшие, можно сказать, соратники, будут им подражать и будут совершенствовать именно свой результат. Легкоатлетики – это очень популярный вид спорта, очень хороший. Всем советую заниматься, поддерживать здоровый образ жизни и стремиться к лучшему.